Когда в самом начале полномасштабной войны путинские бояре выдавали на гора перлы о боевых воронах ВСУ и грачах со смертельными вирусами, мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Ведь изучение производилось именно с целью использовать диких птиц для занесения того или иного болезнетворного штамма на нашу территорию. Во всем мире посмеивались и списывали это на водочку и написание темников во время алкогольной горячки. Просчитывалась их траектория перелета через Россию. Это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса. Но вот прошел месяц-другой, тема чуток подзабылась, и лично нам стало казаться, что история о боевых воронах не такая уже и фантастическая. Дело в том, что птицы вполне могли заразить многих россиян тайным вирусом из секретных биолабораторий. Ну а чем еще объяснить, когда внешне здоровый человек вдруг начинает терять связь с реальностью и нести такой бред, что и на голову не натянешь? В течение 8 лет готовилась армия, обученная, укомплектованная абсолютно по американскому стандарту и направлена против России. Была угроза. Она все была правильно упреждена на 2 недели. Это угроза. Короче, и сегодня мы бились бы под Воронежем и Курском. Это, кстати, весьма характерный пример. Прямо на одном из свежих ток-шоу очередной чинуша всячески убеждает россиян, мол, войну нужно было начинать, потому как Украина, внимание, полностью разработала и подготовила грязную бомбу. Когда сегодня мы говорим о 24 февраля, то мы знаем, что была подготовлена грязная бомба, была подготовлена биологическое, бактериологическое оружие. Ну, что тут скажешь, очень, прям скажем, интересно. Хотя есть у нас и один уточняющий вопросик. Ну, раз разработала то, что мешало ее применить, тем более в условиях внешней агрессии, как говорится, сам Бог велел. То мы знаем, что была подготовлена грязная бомба. Но мы же не зря говорили про вирус, подхваченный от ворон. Но согласитесь, ни один человек, находясь в здравом уме и трезвой памяти, никогда бы так не подставлялся. Ведь всего пара уточняющих вопросов, и все, ты загнан в угол. Но другие жертвы ворон, как видите, вопросов не задают. Да что там, кивают и повизгивают, что-то несуразное. Да, нет правильно других вариантов. И ладно бы это была проблема городских сумасшедших в одной отдельно взятой студии. Но нет, по ходу дела пахнет настоящей пандемией. Ведь вирус, судя по всему, поразил мозги сразу всех пропагандистов. Посмотрите вот на этот праведный гнев после комментария украинского чиновника. Подоляк прямо говорит, что мы нанесем удары по этим разнеженным Москве. Давайте, можно уже нахрен снести правительственный квартал в Киеве со всеми этими дебилами? Божечки, это такая прелесть, что прям слов нет. Вы только взгляните на эти горящие пятые точки. Мол, фашизм, сатанизм, как можно Москву и Екатеринбург бомбить? Обращаю внимание, жители Москвы, Петербурга и, кстати, любимого нами Екатеринбурга, чтобы вы не сомневались, против чего воюют сейчас наши воины на Украине, защищая в том числе Москву, Петербург и Екатеринбург. У этих планы наносить удары по этим городам. Ну а теперь давайте просто обсудим. Будь Соловьев и компания психически здоровыми, то в жизни не открывали бы клюв на этот счет. Ведь конкретно эти подонки десятки раз призывали к ковровым бомбардировкам мирных украинских городов. Харьков будет уничтожен. Вот, просто стереть лица земли. Да. Киев будет уничтожен. 3 дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. 3 дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Да нахрен смести, чтобы близко не было Львова. Да выжженную землю создайте, чтобы никто не подошел. Или вы, чмони микрофонные, думали, что будете войну по телевизору смотреть, поедая пельмешки? Не, пацаны, фиг вы угадали. Ваше подвальное будущее вон какой-то еще не совсем поехавший Васян на звезде описал. Они сейчас собирают дроны на территории Украины. И мы скрываем украинские паблики, там фотографии, я их сам видел, сотни дронов. И вот не дай бог это все полетит, пока мы будем тут обсуждать 14 танков, какая-то страшная угроза для Донбасса, а полетят 1000 беспилотников дронов. Будут и дроны, и ракеты тоже будут. И будете разбирать завалы в той же Москве и сопли жевать, мол, а нас-то за что?
А вас, держа за шкирку, будут вот в такие комментарии рожей тыкать. Каждую ночь Хохляндию долбить. Всех свинорылых в расход. Сожгите уж, наконец, этот хохлядский гадюшник. Раз тыкать, два тыкать, 10 тыкать, до тех пор, пока осознание реальности и справедливости не придет. Хотя здесь надо признать, что и с реальностью, и со справедливостью у путинских бояр все максимально плохо. Они либо космического уровня лицемеры, либо просто больные люди. Покажем вам сейчас один яркий пример. Для руководства России население Украины пока еще свои, наши. Их стараются уберечь. Это свежий текст некоего Маркова. Чудак, если кто не знает, не просто городской сумасшедший, а доверенное лицо Путина. Ну, в общем, вы поняли. И вот Марков на голубом глазу заявляет, что Россия, цитата, пока еще не бомбит жилые кварталы украинских городов. По жилым кварталам ударов армия России не наносит. Значит, задачи запугать население Украины у России нет. И ты слушаешь все это и думаешь, ну вот как? Он вообще россиян за безмозглый скот считает? Ведь ровно на этой же неделе все федеральные каналы десятки раз показывали обстрелы многоквартирных домов Бахмута или Угледара не просто ракетами или артиллерией, а тосками, по сути, запрещенным видом вооружений. А запрещены тоски международными конвенциями, в том числе и потому, что не выбирают военные или гражданские, а тупо выжигают всех, кто находится в этих домах, в том числе и мирных жителей в подвалах. Что бывает после таких ковровых бомбардировок, все могут увидеть на новых кладбищах Мариуполя с тысячами неопознанных могил. Вот такая ужасная картина. Могилы безымянные, под номерами. Позывной «Шептун», если что, назвал это операцией «Спасение». Не случайно эта военная операция называется «Спасение». Ну да, «Спасение», когда жители Донбасса заживо горят. А у Соловьева, кстати, воспевающего все это, еще и язык поворачивается о своих еврейских корнях вспоминать и козырять миллионами погибших во Второй мировой. Я, наверное, как большинство находящихся здесь, как евреев, так и нет, вот просто на генетическом уровне чувствую, когда возрождается нацизм. Ну, что вы хотите, у нас у всех с вами генетическая память. 27 миллионов. 27 миллионов! То есть в плане цинизма путинская Россия уже давно переплюнула гитлеровскую Германию. Немцы в свое время, по крайней мере, прям говорили, кого и почему планируют убить. Российские же каратели убивают людей пачками, но при этом еще и умудряются корчить из себя святош. Не случайно эта военная операция называется «Спасение». Смотрится такое, ну, очень мерзко. Причем рыбка, как вы понимаете, с головы гниет. Видели бы вы, с какой маниакальной радостью Путин сразу во время нескольких интервью смаковал рекордное количество ракет ПВО, якобы выпускаемых Россией. Ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше, чем в 3 раза, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Казалось бы, весьма странный повод для гордости, особенно с тем учетом, как сильно унизили ПВО России возле Антоновского моста или во время защиты командных пунктов. ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. ВСУ нанесли удары по 2 командным пунктам РФ на Херсонщине. А особенно после 2 прилетов в Энгельсе, где древним беспилотникам испортили несколько ядерных ракетоносцев и отправили в ад часть летчиков да инженеров дальней авиации. Прозвучал взрыв на аэродроме в Энгельсе, Саратовской области. Сообщают, что на взлетно-посадочную полосу аэродрома упал беспилотник. Повреждения получили 2 бомбардировщика Ту-95. Новые взрывы на авиабазе в Энгельсе, Саратовской области. Минобороны России сообщает, аэродром вновь атакован украинским беспилотником. 3 российских военных погибли. Так зачем тогда Путин хвастается ракетами для ПВО? Тут, наоборот, хорошо бы стыдливо клюв прикрыть. Ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше, чем в 3 раза, чем в Соединенных Штатах. А правда в том, что такие речи вовсе не гордость за жалкое российское ВПК, а очередные угрозы. Ведь ни для кого не секрет, что именно из систем ПВО типа С-300 Россия кошмарит и Харьковскую,
и Донецкую, и Херсонскую, и Запорожскую области. Сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Били ракетами С-300. С комплексом С-300 российские военные обстреляли энергообъект, который находится в Запорожской области. Когда туда прибыли спасатели и медики, российские военные уже во второй раз отстреляли этот объект. Причем как Генштаб РФ, так и лично Путин понимают, работать из С-300 по наземным целям – это массово убивать мирных жителей. Ведь это не высокоточное оружие и прилетает куда придется. Но Путин откровенно кайфует от трупов мирных жителей и очень счастлив, что таких ракет у России много. Наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. И стоит ли после такого удивляться миллионам злобных шизиков в окружении царя? Ведь они смотрят на босса и думают, ну если царь не стесняется, то нам-то чего? Вот откуда ноги растут и у очередной порции криков про удары ядерными боеголовками по Европе. Этот момент приближается. Нет никаких препятствий, которые бы против той страны не было применено это оружие. А мы долбанем тактическим ядерным оружием. Вот. По Польше? Ну, по Польше, ладно, это еще если вы будете ходатайствовать. Уже. Стратегическим по Вашингтону? Вот об этом должен идти разговор. Должен идти об этом. И у призывов либо уничтожить Германию. Появление немецких танков однозначно приведет к тому, что мы будем считать территорию Германии, военные базы и прочие объекты законными целями. Либо создать на ее территории новое ГДР. А если уж говорить о том, кому какая земля принадлежит, ну не мешал бы ФРГ вернуть ГДР. И все же понимают, что надо быть совершенно оторванными от реальности, чтобы говорить такое. Россия почти год штурмует тот же Угледар, уже стерли городок пыль, а вас там все равно на запчасти разбирают. Не НАТО, а бывший тракторист Микола на древнем советском танке. Или вот Угледар я не могу, а на Берлин зараз. Серьезно? Значит, мы должны войти в Берлин и не выходить оттуда никогда. Вам самим-то не смешно от такой жалкой логики? Может, пора реально оценивать свои силы, тем более, что отдельные товарищи уже признавали, что в неядерной войне у России против НАТО нет шансов. Мы же люди военные. Правильно, вот, вы да. С Андреем Викторовичем. Мы считаем соотношение сил. О! Вот соотношение сил в обычных вооружениях не в нашу пользу. Именно поэтому и есть ядерное оружие. Но если бы ядерное оружие было только у нас, вопросов нет. Но у них тоже есть ядерное оружие. У Соединенных Штатов, у Франции, у Великобритании. Но неудобная правда в путинском рейхе давно не котируется. Вот другое дело, пустая бравада. Где люди, сдавшие только на Харьковском направлении более 100 танков, включая Т-90. Ну что, словетный Т-90. Надувают сопли пузырями и насилуют друг другу мозги байками, как будут жечь абрамсы и леопарды. Леопарды, вот именно к модификации А6, это очень серьезная боевая машина. Конечно. Это серьезная боевая машина, это вам не шутки. А абрамсы американские, это серьезнейшая боевая машина. Но мы помним это. И по фильмам из Великой Отечественной войны и так далее. Танки горят. Танки горят. Это тоже факт. Мы танки сегодня, как орехи, в состоянии теми средствами, которые есть у нас, щелкать на 10-15 километров. Причем болезнь эта массовая. Даже депутат Шаманов сеанс ротовых сжиганий провел. Их танки мы знаем давным-давно. Мы их били, будем бить. И пусть они не рассчитывают ни на что иное. Будут гореть, как горели в 40-х годах. Ну и что тут сказать? Да, друзья, Украине противостоят больные, напрочь оторванные от реальности люди, которые на лжи и цинизме создали масштабный манямирок, в котором всей страной и бултыхаются. Но тем сильнее будет разочарование. Ведь как ни крути, но весьма больно и тяжело, когда ты во что-то веришь, а потом все рассыпается буквально на глазах. Депропагандизация – это неминуемое будущее России. Даже если они сами этого и не захотят. Возможно, тогда, если не все, то многие граждане соседней страны вернутся из мира чужих фантазий в реальность и осознают, сколько зла они натворили.